Всем привет! С вами Александра Костенюк. И сегодня мы отвечаем на вопрос, как поставить детский мат. Для этого белые ходят Е2, Е4, черные отвечают Е7, Е5. И здесь следует ход, который редко встречается в партиях сильных шахматистов, но часто применяется в детских турнирах. Ход ферзь H5. Нападают белые на пешку Е5. Черные защищают эту пешку ходом конь c6, и здесь белые готовятся поставить детский мат. Слон c4, слон и ферзь смотрят на пешку f7, которую защищает только король, и в случае неаккуратного, неосторожного конь f6 следует граммоподобное. Ферзь бьет f7, мат на доске, белые поставили детский мат и победили.